Мы вчера все обратили внимание на то, как вы и Владимир Путин пожали руки после слов о совместном ядерном оружии у нас. Ну, я уже говорил вашему коллеге с иного канала, что речь шла о том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретно. То есть принято решение уже? Да, принято решение в развитии того, что сказано было устно. Ну, нам надо было подготовить там и места хранения и прочее, прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось? Уже началось. Оно уже в Беларуси? Возможно, я приеду, посмотрю.